будет труден и опасен. Я рад, что ты с нами. Не уверена, что от меня будет много пользы. У тебя доброе сердце и ясный ум. Это не поможет. Это не поможет. Тут нужно мочить. Это памятник. Так. Мы отрезаны. Они могут напасть в любой момент. И? Не отступайте, братья, и нашу храбрость воспоют в века. Так. И? Враг уже здесь. Ага. И? О. Другое дело. Вот это другое дело. Нормальное месиво. Давайте сразу все. Чё стесняться, по одному вылезают. Время только тянут. Так, вот это вот не надо. Вот это вот не надо. Не успел. Просто не успел прыгнуть. Замечательно. Меня изнасиловали. За 3 секунды. А чего добился ты? Надо было бронь увеличить. Я что-то не воспользовался этим скиллом. Я его игнорирую. Очень часто и очень зря. А ты у нас супер злой. Энкиду. Давай, подыхай уже. Скотина живучая. Чё ты так долго живёшь-то? Опять хрень. Мы не первые, кому предстоит пережить этот... Я читала об этих битвах в книгах дяди Декарда. Но стать их свидетелем гораздо страшнее. О! Еще! Фетиши на этот раз. Чем веселимся, друзья. Веселимся. Они сейчас еще и убегать будут, хотя нет, подходят наоборот вплотную. Странно. А, лужу налили. Понятно, почему они подходят. Так, давайте вы не будете ничего делать, а я буду просто бить вам по роже. Идет? Хватит лаву мне под ноги заливать. Это не воодушевляет нифига. Ладно, ну хотя бы на одного бездействия наложили. И это нифига не поможет. Я не готов. Да подойдите вы сюда. А вот так. Уже неплохо. Стой и бойся. И опять туфта, ну зато с двумя ячейками. Ну туфта с двумя ячейками — это все-таки не просто туфта, а туфта с двумя ячейками, это уже получше. Но все равно не поможет, хотя... Минус 11% урона — это слишком жирно. Так бы я порадовался, я поставил туда бриллиант. Хотя бриллианты у меня все у монаха. Ни одного нормального брюлика в этом сундуке нет, насколько я помню. Пришлось бы, короче говоря, перезаходить. Положить за монаха брюлики в сундук. Потом опять зайти за крестоносца и уже воспользоваться плодами наполовину чужой работы. Да ладно! Что тут, где тут? Опять тут-то.
Может, хватит уже туфту-то подсовывать? Я еще полгода буду ходить с той экипировкой, которая на мне сейчас. Потому что ничего нормального не выпадает. Скорее всего, не выпадет еще долгое время. Мне почему-то так кажется. Куда он там улетел, эй? Ты за куда улетел вообще? Зачем? Сколько воспоминаний. Мы с дядей Дикардом долгие годы исследовали подобные. Вы с дядей Дикардом больные. Ходили они по кладбищу. О! Полный, блин, набор. Опять 25. Сейчас мне помешает просто-напросто гоблина изловить. Ладно, отходим пока. Надеюсь, он нас не заметил. А если заметил, то он уже открыл врата и смылся. Да хватит поджигать! Хотя это далеко не самое опасное свойство фетиши, но... Ну, надо быть начеку. Но это меньше из зол, скажем так. От этого легко очень увернуться. Ну, прям очень легко. Правда, эти гады постоянно улетают от меня. Что неприятно. Ну, куда же вы? А, стойте! А если так? О, минус. Нет, не минус. Я уж понадеялся на минус. Все, аривидерч. Спасибо за штанишки. Ценю. Такс. Нормально. А теперь очередь гоблина, если он все еще на месте. Подошел сюда, мразь! Скотина! Стоять! Твою мать! Одним врагом меньше. Иди в задницу со своими комментариями! Гундос, вонючий. Одним врагом меньше. Сейчас тобой будет меньше. Ровно одну штуку. Я говорю, за прохождение за крестоносцем мы не замочим ни одного гоблина. Я это гарантирую. Практически. Но я видел по его глазам, что это не так. Зачем он повелел мне охранять светоч надежды? Эти твари в окрестных лесах истребляют моих собратьев, а я ничем не могу им помочь. Тварям не можешь помочь. Спокойненько, спокойненько, вот вам, получите. Блин, они вроде как ничего такого особо не делают, ничего не разливают, никаких лучей не ставят, но бьют неплохо. Надо признать. Так, а теперь все вы стоите и получаете по роже, без всякого ответа. Понятненько? Да готов ты, хватит врать. Пройди курсы ГТУ. Будешь всегда готов. Мочите кого-нибудь одного, а? Вот этого желтого босяру мочите. С этим-то я... Косвенно разберусь, скажем так. Хрень. Ну, естественно, у меня же легендарка. Послушай, храмовник. Мне кажется, я как-то видела тебя в таверне.
Вполне вероятно. Я много где побывал. Ты был исключительно вежлив, но, как я слышала, не слишком много оставил на чай. Прибавим шагу. На какой чай, дура? Чё ты мелешь? Устройте здесь разборки из-за чаевых. А я посмотрю и повеселюсь. Так, туда можно спуститься или нельзя? Я забыл. Нельзя. Можно только издалека лупить. Не знаю, что они там сидят, кого ждут. Давайте последнего доберем все-таки. А то он там как-то вообще не к месту смотрится. Давай, Агри. Лия. Эй. Баба. Баба Лия. Агри, давай. Бесполезный хлам. У тебя в голове просто бесполезный хлам. Давай, Агри. Агри, он перед тобой. Стебешься, что ли? Да, спутнички. С вами мы перевернем весь мир, я чувствую. Бумс. О, неплохо насыпалось. Люблю такую картину. Есть тут кто-нибудь еще интересный, типа, второй пачки фетишей? Или мы уже... А, мы две пачки фетишей замочили. На этой территории как раз-таки две пачки фетишей и бывает. Максу. Так, ну что, обратно мы все исследовали, можем идти. По назначению. Крестоносец по размерам мало чем уступает варвару, я смотрю. Тоже не маленький дядька. Что за засаду устроили? Куда улетаем? Куда улетаем? Я вам только собирался по башке настучать. Они улетают. И зачем, главное, если потом все равно прилетают? Так, а противник еще здесь. Последний остался. Говнюк, я тебя даже не заметил. Умеете шифроваться? Или просто я слепой? Ладно, идем к храму. К затопленному храму. Ну давай быстрее, что ты там рожаешь? Вот храм открыт. Войди в него и сразись со стражами. Они мои братья, но все равно попытаются убить тебя. Окей. Что-то я не удивлен. Потому что они попытаются меня убить. Точно братья, а? Я таких братьев уже сотнями убивал. Ну все уже, подыхай, подыхай уже!